и в Беларуси и не должно быть 250 за 1000 кубов. Но если бы Беларусь не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не 129, не 127, а 200. Вот в чем разница. Владимир Владимирович. Потом в закрытом режиме. Хорошо. Спасибо большое. Вот. Но вы правы абсолютно в том, что нам нужно выработать... Кто будет, Александр Григорьевич? Белорусский представитель, как когда-то Нурсултан Абишевич говорил, а на следующей неделе мы встречаемся с президентом России и расставим все точки над «и», чтобы нам в очередной раз не войти с нерешенными проблемами в новый год. Вот это то, о чем мы, помимо всего прочего, договорились.